Всем привет! Сегодня я бы хотел записать такой обучающий ролик песни, которая называется «Группа крови», которую я исполнял на балалайке, песни Виктора Цоя. Я спою на очень легких аккордах, то есть, конечно, звучание можно подобрать по-другому, там другие аккорды должны, но я подобрал самые легкие. Мы вот тут с Матвеем Рябушкиным спорили, там ссылка в описании на его канал будет. Какая гитара лучше, семиструнная или шестиструнная? Ну, в итоге и та гитара подойдет и для того. То есть он говорил, что тяжелый рок там на семиструнке сыграть нельзя. Но пришли к выводу, что если хорошо уметь играть, хорошо, гитарист, профессионал, то все возможно. Ну вот эта песня, я спою только первый куплет и припев. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах, мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый во время курок. Солнечный день в ослепительных снах, группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Все остальное играется точно так же. Теперь покажу вам аккорды. Первый аккорд, сам простой АМ. То есть даже к те, кто хочет научиться, но смотрит меня в первый раз, даже расскажу. Тут настолько легкие аккорды, что можно рассказать. Первый лад, вторая струна. Второй лад, третья, четвертая струна. И второй лад, первая. Маленькая звездочка, типа, ну и играем. Потом второй аккорд, то ли ЕМ, то ли Е, он называется просто. Первая струна на втором ладу и четвертая. То есть снова ЭМ. Припев начинается, ой, куплет начинается так же, два аккорда. Эти же самые. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль. И тут аккорд Г. На сапогах. Дальше все так же, точно так же. Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день. Снова Г. В ослепительных снах. Кстати, ставится он вот так. Две струны на... Ну, одна, вторая струна. Ну, я зажимаю вот так, мне легче. Вторая струна на третьем ладу. Третья струна на четвертом. И четвертая струна на пятом, и мизинцем на первую струну на пятом ладу. Можете зажать вот так, то есть вот и первую струну, и вторую, тут звук не изменится. То есть вот, вот так, или зажал две. Нет, не, ну потому что там дальше лад. Вот так вот ставится аккорд Г. И припев начинается точно с такого же аккорда. АМ. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер.
И потом, когда пожелай мне удачи в бою, там должен быть аккорд D, ну можно поставить DM. Пожелай мне удачи в бою. И снова Г. Пожелай мне. И точно так же. Аккорд DM ставится так. На втором ладу третья струна, пятая и четвертая струна на третьем ладу и первая, вторая на третьем ладу. Удачи не остаться у этой траве. Точно так же не остаться у этой траве. Пожелай, ДМ, тоже мне удачи в бою. Пожелай мне удачи. Понятно, с аккордами все понятно. Теперь перейдем конкретно к бою. В Ютубе что можно там замедлить, и замедлите и посмотрите. То есть... А когда начинается припев, то вы играете. То есть без всяких, просто вот так вот. Ну, там ритмический рисунок, это все надо как-то изучать самостоятельно, это не объяснить. Ну, можно объяснить, но смотрите конкретный разбор боя у кого-нибудь, там, не знаю... Ну, посмотрите, у какого он человека конкретный разбор боя. По-любому есть в Ютубе, просто в Гугле, там, в Яндексе. Наберите «Бой шестерка» или как-то так он там называется, не помню. Или «Бой Цоя» к песне группы «Крови», там по-любому все будет. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро придет мне гитара фирмы Dov с двумя грифами, я все про нее расскажу. Всем пока. Отпечатка наших ног. Звездная пыль на сапогах. Мягкое кресло, клетчатый плед, я нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер, на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай. Остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая небезвезда зовет меня в путь. Группа крови.